Приветики и фишки, с вами Тиффани. И сегодня мы будем... Сегодня вы услышите одну историю, которая произошла со мной. Это рассказ о моих промахах стать с Юхой. Начнем, пожалуй. Я сделала оску синюю, как луна. Ну, в принципе, чернокожая, с синими волосами. Это вообще... Я сделала Сьюху, которая радовала вам глаз. Но не то, что розовую. И слишком яркое розовое платье. Накрашенные губы. Прическа. Худра. А не... Я сделала вот такую лисицу девятихвостную с пышными хвостами, которые до колен, до пяток дошло. Ну, я в киномастере еще снимала видео, создала аккаунт, который вы уже знаете. Вот. Вот и этот аккаунт. Королева Галактики. Я удалила. Я же забросила. Я сделала... аватарку. И фоточку поставила на шапку. Вместо того, чтобы добавлять... средний палец. Или смайл с выглядывающим яйцом и так далее. Звезды поставила. На этом видео пиар сделала. А на этом... совсем ухудшила. Ну, вот как-то так. У меня получилось. Ссылку не буду оставлять в описании, потому что этот канал заброшен. И я... помните то видео, которое я показала? Новую Сьюху. Это и то и самое. Я думала, Санса сложно сделать, а это очень просто. Я думала, что Санс будет простым, но это все еще проще сделать смогла, чем Санса с Эндертейла. Ну, в общем, в это видео... Захар заявил, что я Тим, что я веду этот эксперимент, потому что вместо писклявенького голоска выбрала голос монстра за киномастера. И дошло до того, что я раскрыла личность раньше времени. Ну, потом же. Я сделала второе видео. Ну, пиар. Эту очередную Сьюху. Короче говоря. Я не только... сделала третье видео. Там, где я нападаю на... на кто-то. Или перчик. Или себя. В последнюю очередь. Фу ты. Что еще сказать? И сразу дашь.
И сразу всем заявила, что я веду... И сразу спалилась, что я веду эксперимент. Потом... Я так... Ну, потом... Я расстроилась. Записала видео, что я ухожу с канала. И показала, как своя... Моя... Оска... Выстрелила в себя. Тьфу ты. И потом аккаунт вместе с ее видео удалила. Это вообще катастрофа. Да. Кики Вазабра. Всех тут великодушно, как бы сказать, привлекла всех внимание. Итак, приведем итоги. Я вела себя как самая худшая сьюха в этом планете. Чтобы вместо того, чтобы я куда-то целилась, вместо того, чтобы себя бить, так еще и себя раскрыла. Ну, в общем, неудача у меня в этом ютубе на этот раз. Да. Из-за того, что вы писали «не уходи», я вернулась, как обычная дура, воскресла свою оску. И все покатило по трубам, дальше прогреметь в гачи-клубе снимать. Бестолковый глупец, ты проиграл. Здесь хотя бы не холодно. Так, что я могу сказать? Проведем итоги. Итог. 0,1. Худший результат в мире. Либо в комментарии будут давать мини-пизды, либо пожалеете меня. Фу, на этом все. Пишите, какие ваши эксперименты были неудачливые. Пишите, как вы хотели провести эксперименты, как вы хотели себя травлять, чтобы потом защищали вас, сделали вместе ради вас, как делали кто-то или девочка-демон, или вообще кто-либо угодно. На этом все. Спасибо за внимание. Пока, я фишки.